14 число. Вчера было 10. Дай брать вторую. Наши приключения продолжаются. Откуда ты ни возьмись, потек бензин. Второй шланчик сверху. А он уже вынут. Может быть, он и был. Вот хорошо, с нами есть человек, который ничего не боится в лесу. Обратно собираем. Че, не тот ключик? Тот. Собираем обратно карбюраторный. Где-то потянул, все? Нет. Ключик упал уже из рук. Пережимать-то тоже не стоит. Во, просто видео. Вот, только что вытащили одну щечку, не успели ее обмыть, вторая была хватка, но не обмытая рыба, закон падучи. Да, сегодня ветреный день. Сняли, оп, опять был выход. Блин. Я не видел, какой величины, но что-то тут уже на выходе падло. Странно, только оттуда вот, и когда ведешь, она приходит. В воде оттуда. А? В воде оттуда. Наверное, на мысу там стоит. Сломаешь или мне опять ломать? Тихо, это побольше чуть-чуть. Предыдущий. Оп. Ну что, хорошечно. Коптечно. Конечно. Так, может быть, и пакетов не хватит. И силы, блядь, эти хребту ломать. Сашка, я же тебя это поздравляю. Дуплет. Получается, что вот у этого озера практически нету болота, да? Ну вот. Ни в том конце, ни в этом. Там такое минимально, блин. Обычно болотины еще. Да. А тут он весь в лесу. Вот оно. Размоталось. Сейчас мы узнаем. Ну, я посмотрю. Давай снимайся. Сейчас такая. Ой-ой-ой. Сработала рогатка. Офигеть.
Залазь, говорю. Че, машиной занимаешься? Че собрал?